Ты рада, мама? Потому что... Ну, я тебе говорю, что я потерялась. Я не то, что я просто потерялась. Я хожу, я не знаю, что делать. Представляешь? Мама, я тебя люблю. Сейчас я найду какой-нибудь. О! Сейчас прям! Решетка не 6x9 не чалча. Спасибо, что так сразу? Стрим только запустился. Спасибо большое, Тимофей, спасибо. A few moments later. Спасибо большое за предложение. Пусть сосут одноклассники. Я сижу, думаю, у меня стримик залагал позавчерашние донаты. Охренеть, дядя, ты что делаешь? Ты что, с ума сошел? Алло, блядь. Офигеть. Охренеть. Офигеть. Вы представляете? Я в шоке. Охренеть! Бомж ебаный, чё опять у мамы денег попросил? Реально полный хуйнес, спасибо! Спасибо! Ты что, серьезно? Бля, это пипец, ты что, ебешься, Тимофей? Ты что, ебешься? 12 минут прошло, 12. Что я маме скажу? Ты вообще о моей маме подумал? А маме я что скажу? Что я? Ты что? 5 minutes later. Он реально, Юзис, он походу ебется. Он сейчас скинул 2-месячную зарплату моей маме, ты понимаешь? Я не успеваю. Я прихожу, я все делаю, типа, ради вас. Я реально, я не учусь тупо, я вам в натуре отвечаю. Я перестала тупую. Бог, а Путин лох. Ты что делаешь? Ты что? Ты что, ебёшься? Бля, не сните давление метр. Бомж ебаный. Я в шоке. Я в ахуе, бля. Ты что в натуре? Ты что реально? Ты в натуре отвечаешь? Спасибо. Чуваки, я сейчас задохнусь, я клянусь, вы нахуй такие шутки, блядь, шутите со мной? Чуваки, вы что, я реально сейчас задохнусь, я тебе отвечаю. Тимофей, ты чего, с ума сошёл? Ты опять у мамы денег попросил? Ты чё? 46к? Ты чё, ебёшься? Ты чё, в натуре? 12 seconds later. Я вообще в охуенезе. Ты чё,
если я бы вышла. Ты чё? Боже, Маны, чё, опять у мамы денег попросил? Ты в натуре ебёшься? Тимофей, я не знаю, такие деньги из Сбербанка не крабли, просто я только не работаю. Денег попросил? Ты чё, в натуре отвечаешь? Блинский, блин, ошибся, не... капец, щаки выкинули, блин, у меня залипла это самая клавиатура. Это самая. Блин, потерь, пацаны. Тимофей, ты чё? Тимофей.